23, this is Hitman 22, over. Ратник, связь. Наша КВшка плюс сдвиг вышли на КВ противника. Серафим, а какое отделение второго взвода? Смотрите, отделение второго взвода. Так, нам поставлена задача занять этот квартал, который на 30 находится. Здание П-образное, старой постройки, за забором. Приняли? Соответственно, сейчас мы с Федором произведем разведку. Если что, вы поможете нам огнем, и мы оттуда встретим. Приняли? Да. Мы случайно выяснили, какая КВ у Серафима. Случайно? Да, оказалось, КВ Серафима — это КВ Редов плюс Дик. Чё они там? Ну, пойду дальше. Если чё, через Виталия мне передавайте же. Чё они Мавра там говорят? Они куда-то идут. Ну, это мы красное здание забыли. Тут все здания забыли. А тут три забавника есть сейчас, но у нас тут Серафим выйдет. Вот на этой горке. Поэтому спокойно ждем, наше время еще придет. Так, соответственно, ситуация такая. Аюб один остается на высотке. Оставить. Что ты так ебануло-то, мил? Так, Аюб один остается на высотке. Что? Поставь, пожалуйста, соответственно, свой БТР с забора, да, вот куда мы передвинулись. Все остальные перебегали к забору, занимали круговую оборону. От забора далеко не уходите, приняли? Хантер взорвал. Забор с западной его стороны, прям ставь полотную. Твоя задача выехать на северный угол и полить КПВТ эту горку, в которой эта башня находится. Принял? Текущее положение дел таково, что мы закрепляемся в квартале и, соответственно, ожидаем распоряжения. Корни очень аккуратно, множество входибельных зданий, вообще очень опасное местечко. Держитесь компактно, друг друга поддерживайте. Короче, просто на 32, там что-то взорвали, похоже, где он идет. На холмом 8 заборка. Пока не молчат, но я вижу наших бойцов на силе. Я принял. Продолжаем держать круговую оборону по периметру этого заборчика. Соответственно, БТР смотрит на край хил 50. Аю.
спросили, какой противник, а они уже нахом 50 километров. Ну сейчас остался там добивать босса. Проходи со мной, северный край забора. Принял. Я поднимусь из ворот, на северный край. Я там стою, это между железкой и краем забора, прям будь тут. Принял. Так, мы Хинт все видели, да? Хил 50 захвачено. Мы смотрим свой край. Враги замечены точно на метке вопросительные знаки 4 штуки. Так, передай штабу, что мы продвигаемся вдоль северного направления, вот на север от нашего текущего расположения, пытаясь отрезать группу пехоты. Прием. Так, противник на западе будет двигаться в северном направлении, пытаясь отрезать группу пехоты. Ну, то бишь, подойти к харбору по берегу, правильно? А, судя по всему, речь идет о пехоте, которая в их районе, не о харборе еще. Здорово, вот это стреляет враг. Они, видимо, подозревают, что там еще в зоне рейдов есть наши. Если мы с Федором покачуримся, соответственно, Виллер исполняет задачу штаба. Так, а по какой точке сейчас стреляли? На западе от меня стреляли. Точно так же, что 50. Так, Миллер, приемен. Так, двигайся вдоль железки. Она делает пологий правый поворот. В повороте прижимайте забор, где стою я. И останавливайся. Зажимай, видите, да, БТР. Приняли? Принял. Федор, позиция сохраняет. Моя задача спасти левый фланг. Принял? Это какой выбор железки? Ребята, хранение БТРа. Заболел из вас, смотрел в сторону строго на север. Глушите, пожалуйста, мотор. Хуйня, он обычный командир отделения. Я как выход оставлял его. Так, Федор, а что это за дым у нас? Я принял, значит, смотри, что будет происходить. Федор и я первая пара. Все остальные вторая. Вы БТР, остаетесь и прикрывайте нас. Трение вдоль железки на восток, видели? Да, они на восток, прям по железке сейчас. Что ты сказал? Серафим сейчас идет по железке на восток, прям. Девка наверху работает. Да похуй. I'm waiting for my real life to begin. Задача для них еще не будет самое мало что внимательно смотреть какое движение это враг. Any minute now my ship is coming in. I'll keep checking. Так, нам нужно продвинуться вперед, ориентируемся за колонка. Это третий перекресток от вот этого поворота. Двигаемся вперед аккуратно по двум сторонам.
sure to be that call. It's gonna happen soon, soon, or so very soon. It's just the times of leaving. And you say, be still, my love. Open up your heart, let the light shine in. Передай, не обнаружено, обнаружено. Серафима уже подошел, БТР стреляет с крупным калибром. Устанавливайте метки, неактуально удаляйте. Нет, не успели, противник увидел. Ну, Беттер, выбили они, сейчас был пуск туры, ну, трубы. Блин, ничего они не успели. Но они еще живы. Ну, Беттер, ну труба потрачена. А вы трубу не потратили, случайно? Нет, не потратили трубу. А, ну ладно, значит не так, нашел. Массированный огонь по зданию. Азимут 220. Высоты штурмуем и смирно за правду стреляем. Хоть войну по книжкам узнали, отчаянно все же рискуем. Пластмасса в руках вместо стали. Мы снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь игрушка. И пусть не война, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем. Аюк, слышишь меня? Воюю. Да. Займи позицию в этом здании, помощник. Если что, дом на 60, прикрой нас огнем. Далее по той же технологии подвигайся. Мы сами взрывались на минах, в атаке водили мы роты. Мы вместо погибших стреляем, когда отступаем, горюем. Федор, это первая пара, остальные кроют и продвигаются за нами. Но снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага Женя атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Не знаю, должен быть.
все войны свои я закончил. Я думаю, уже стало подумать, но что-то в душе болит очень. Когда выхожу в чисто поле, здесь дед мой средь тысяч схоронен. Там мы на полвека тоскуем, за них поднимаемся с боем. И снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Войну сын не видел в помине. Малыш, впереди 10 классов. А просит уже в магазине купить. Жека, давайте драпайте со всех нос на восток нас. Нам обратно. И пусть не война, всего лишь войнушка. И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем. 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 Блин, я бетер вижу другого. Командир убит. Потери 2 бойца. А что ты его видишь? По нам. Техники. Блин. Беттер где-то на 280 от меня стоит. Кабель, с другой отделение? Стороны, с северной части от железной дороги. Что? Кукла у вас какая и какой объект вы охраняли? Детский участок. Рука тут кажется. Молчит. Ну что, обрабатывают? Да, пока обрабатывают, но говорит. Почему Беттер еще жив? Приближается противник. Слышь, вам противник, блядь, нарисовывает. СВ студент? Студент мертв, атаман на связи. Ба, а чего вы даже не докладывали никто? Нет. Только что обработали, только что двоих убило. Задача две, соответственно, достичь точки. Так, окей, там не высовывайтесь. Вы, давайте как рэды, не надо делать. Оставьте там человека 3-4, а остальных в прилегающие районы раскидайте. Человек. Стоимость войны и военной потери достигает 2150 триллионов швейцарских франков. Как так? Серафим убит. За Бога и Отечество. Да. За царя в придачу. С винтовкой трехлинейкой. Надеясь на удачу. Я против Австро-Венгрии. А также и Германии. В атаке шел и воевал. Да вот привлек внимание. Себе на горе снайпер. Тот парень был, привет. Что надо. Извини, но я враг, я тебя добью. Как я, он получал награды. Ясно, дурак, с окопов встал. Поднялся, пронесет авось. А он меня на мушку взял. Короче, сдавать я убьется. Мне головушку на свойсь. Меня жена на связи нет, а вам одна наука. Тут Харбор на связи и к нам с запада просачивается. Война, война, война. Плохая штука. А что ж ей быть хорошей, если люди гибнут где-то? Взаимодействуйте с прилегающими отделениями. Короче, Рэм, мы тут, похоже, сейчас сдохнем. На нашу позицию противника. Я убил Серафима. Но я его добил. Карен, задержите врага как можно дольше. И крови не жалея. И как бы не устали мы, но с ППШ на шее. Я с пол Европы прошагал, и пули не цеплялись. На месяц май последним стал, мы в переплет попались. Обстрел по нам, ну, давай, атака давай, шла. Приятного тут мало. Вот тут меня ты и нашла, противник. Болванка и достала. И остался пули от меня. Все. Лишь черный круг воронки. К себе домой вернулся я. Листочком похоронки. Меня уже на свете нет, а вам одна наука. Война, война, война. Плохая штука.
А что ж ей быть хорошей, если люди гибнут? Я же интересовался, меня стреляют со всем полицейским. Вот где-то в моей позиции, когда я говорю полицейским. Аккуратно записал переговоры с Серафимом. А все записал абсолютно. Его убийство. Речкой я в Афгане. Горячим ветром по стране. Такой чужой носила не в балахоне, а в челме. Костлявая косила. Мы смотрели тост в молчании, стоя пили. Есть очень мрачный город Хост. Вот там меня убили. Собрали скарб нехитрый мой. Послали маме в свертке. Вернулся я к себе домой. Весь в цинковой обертке. Меня опять на свете нет, а вам одна наука. Война, 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 плохая штука. А что ж ей быть хорошей, если люди гибнут? Ах, не вылазит, кто хочет, что тоже как-то понял это. Война, война, война. Это что по нам стреляет? БТР? Полайстейшн активно накрывает из пулеметов и из БМ. Просто лежи, замыкайся. Противник, в Египте и в Израиле, в Ираке и в Кувейте. Группы, которые есть в районе Полайстейшн, мали с пулеметами тоже в суде. Щелкните этот БТР. Так, на расстоянии 150-100 метров в районе. Считали нас едва ли, а жизнь за родину отдать не жалко. Отдавай, вот лишь друг с другом воевать. Смертельно мы устали. На всех на свете нет, а вам одна наука. БТРМ и БТР сожгли, походу целый день. Плохая штука. На связи, там, блин, если люди гибнут где-то. Еще бы кто из главных, тоже понял это. Война, 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 плохая. Да, понять не могу, откуда стреляются по дому по нашему. Война, минус пехота. Война, война, плохая. Откуда стреляют по дому, скажите? Война, это уничтожить моя позиция. Убить полностью. Кому вопрос бывает? Мавру, сожгли какую-то технику на севере. Бетер, бетер, его сожгли. На север двухэтажка с таким маленькой башенкой. Там противник. Крумен. 100 метров. Я ранен. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит. Возле толчка там кисто нашли. Да я его так. Дили-дили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. Короче, слушайте, мы, похоже, всех положили. Сейчас там выдвинемся на запад, посмотрим, может там чем-то сейчас за рандомиком бэх. Попробуем в тыл зайти, короче. Кантер, я человек 5 убил. И вообще, ты это стандартный наш отрядный гранатометчик. Это твоя работа сжигать вражескую технику с гранатометом. Блин, не знаю. Мне кто-нибудь хоть раз спасибо сказал за команду? Спасибо. Ладно, пошлите на запад, посмотрим, что там еще на рандоме. Двигайтесь, Абрикон. О, спасибо, на. Без потерь. Уже морпехи. Везение.
ошивайся аккуратненько. Так, где-то здесь в домах пару гранатометчиков сходу поищу, это вы тоже с ним поищите. А, Хантам тоже надо, я-то медиком буду. Вдруг вы подохнете, вас лечить придется. На подвижение. Это может быть. Стреляй, кого подстрелить еще? Не знаю, наши все тут. Ровно на западе, не пару метров от нас. Хантер? Ага, на север пошел. Не на юг. Где-то шпак пробежал. Шпака завали. Шпака, я же думал. Не шпака? Севера. Побежали, не ждем. Пехота уже внутри Харбора, ведем бой. То есть на север идти помочь кедрам. Ровно на север. Думаю, идем. Ничего без нас не могут. Ровно в голову. Клеман, тебе. Остался на группе. Принял, ладно. Тогда займите позицию с севера, западную от полицейской станции. Там посмотрите, если она неудобна, то скорректируйте ее немного. Блять, тебя не туда понесло, если ты на длинной, вернись. Стрелять противника. В глубине города веди бой. А что так на открытую достали? Так а что вы на открытом делаете? Прячете? Да, Жека. Юрируйте, Хантер убил. Успокойтесь, я дал стрелять. Сейчас там еще второй под Москву. Снайпер на запад. Метку дай. Отель живые еще? Отель там Харбор завяз в бою. Да, не кирпич. Медик. Павар, ты где? Я без сознания лежу у забора. Слышишь меня, Виталий? Павар. Я тут, а как слышишь, Мавра завалили. Мавра завалили? Правда, я живой. Он не отвечает. Как я, блин, могу отвечать себе без сознания, дебил? Ты не сидят там, ты бегаешь. Я. Медик. Да, завалили. Да живой я, блин, не слышите меня? Ау.
Медик. Что делать будем? Убиваем. Кого? Я никого не вижу. Под мостом, который сидит. Видно бы было их. Медик. Один на 340, другой на 0. Yeah.